16 августа в IT-парке имени Рамеева состоялось пленарное заседание Республиканского августовского совещания работников образования и науки. Мероприятие провел раис Республики Татарстан Рустам Миниханов. Также в совещании приняли участие министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, мэр города Казани Ильсур Медшин, а также ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Открывая традиционное августовское совещание, Рустам Миниханов напомнил, что тема его образования Республики Татарстан – ключевые задачи, нравственные ориентиры, качественные показатели. Сегодня мы рассмотрим результаты деятельности педагогических коллективов за прошедший год и определим задачи на предстоящий год. Далее с докладом выступил министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин. Он подчеркнул важность развития сферы образования в республике. В новом учебном году будет делаться упор на историю нашей страны, что позволит молодому поколению проникнуться духом патриотизма. Министр образования отметил, что в Татарстане уже намечен план на будущий учебный год. В рамках года педагога и наставника в 2023 году будет установлен памятник учителю на набережной Казанки. Также будет открыт музей образования в стенах Казанского федерального университета. Это тот социальный институт, который формирует идеалы и образ мышления людей, передает следующим поколениям накопленные веками достижения науки и культуры, готовит кадры. В конечном итоге он определяет образ будущего, задавая нравственные, социально-экономические ориентиры для человека, общества и государства. В центре этой работы находится учитель, не случайно указан президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в будущий год объявлен годом педагога и наставника. В Казанском федеральном университете ведется активная работа в сфере образования. Университет готовит высококвалифицированных специалистов по разным направлениям, в особенности будущих преподавателей. Отметим, что Институт психологии и образования Казанского федерального университета является ведущим современным образовательным центром России, деятельность которого направлена на подготовку педагогов и психологов. Как отмечают участники заседания, такие мероприятия необходимы для выполнения качественной работы. Республиканское августовское совещание работников образования и науки – чрезвычайно важно для нас, педагогов Казанского федерального университета, потому что наш университет является крупнейшим центром в республике по подготовке педагогических кадров, и 75% будущих учителей обучается в стенах Казанского федерального университета. Поэтому те проблемы, которые сегодня будут обсуждаться в контексте развития образовательной системы Республики Татарстан, они важны для нас с точки зрения ориентиров, тех задач, которые ставит перед нами республика. Напомним, что указом президента Российской Федерации 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятие года педагога и наставника направлено на повышение престижа профессии учителя. Адалина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.